Указом президента 25 марта 2010 года городу Брянску присвоено почетное звание «Город воинской славы». За мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные защитниками города в борьбе за свободу и независимость Отечества. Долгожданный день освобождения Брянщины, светлый день Великой Победы над фашизмом, своей героической вооруженной борьбой приближали 139 партизанских отрядов, объединенных 27 бригад, в которых насчитывалось 60 тысяч бойцов и командиров. Великая Отечественная война стала тяжелым испытанием и потрясением для советских людей. За два года оккупации немецко-фашистские захватчики уничтожили 50 тысяч военнопленных, 80 тысяч брянцев, около 180 тысяч угнано в рабство, полностью или частично сожгли 930 населенных пунктов края. Население десятков деревень были уничтожены. Проклятая война-разлучница! Сколько судеб искалечила! Шли похоронки, как вестники разлуки и горя, и казалось им нет конца. Женские судьбы, они такие разные, но горе потери близких и родных людей объединило их, чтобы со святой верой, любовью, надеждой продолжить жить, растить детей и возродить этот разрушенный мир. Мы выдержали, вынесли эту войну только потому, что для нас понятие «мать» и «родина» есть суть одна. У каждой семьи есть своя история о войне. Дети и война – это самая страшная и горькая правда Великой Отечественной войны. Наиболее острые, пронзительные воспоминания хранит детская память. Нам нужен мир. Пусть у детей всей земли будет счастливое детство, светлое будущее, мирное безоблачное небо. Тысячелетняя история России уходит корнями вглубь веков. Какие бы испытания и невзгоды не выпадало на долю нашей многонациональной страны, она всегда возрождалась. Наша сила в единстве и уважении всех народов, населяющих Россию. С верой и надеждой она устремилась в будущее. У памятников воинской и партизанской славы горит вечный огонь. Символ бессмертного подвига советского народа в Великой Отечественной войне. Немногим нашим землякам, несмотря на тяжелые раны, посчастливилось выйти живыми из пекла войны. Вопреки опасностям и тяжелым условиям сохранить и вырастить своих детей, посадить сады и построить новую жизнь. То, что было сделано народом-победителем, для сегодняшнего поколения невозможно переоценить. Только благодаря их подвигу, героизму мы имеем возможность сегодня жить, учиться, передавать и сохранять свою историю и культуру. На Брянщине ведется большая работа по сохранению и развитию народных промыслов и ремесел. Знания своей культуры помогут нашим потомкам любить, ценить и беречь родину, а если надо будет, то и защитить ее. Пусть в наших душах хранится память о том, какой ценой досталось это счастье. Счастье быть свободными и помнящими наследие предков. Спасибо, наши ветераны, что дали детство без войны. Спасибо вам, вы были правы. Сильнее России нет страны.